Уникальность Мамисона вообще в чем заключается? Здесь нету леса, здесь пологие склоны, и трассы, то, что, которые можно создавать, их относительно легко делать, и по стоимости тоже. И то есть от того, что я говорю, вот есть горнолыжные с профилированные трассы, то я уверен, что любители горных лыж будут везде раскатывать, и это ограничение не будет являться. Параллельно первого этапа я еще добавлю, что у нас дополнительно сейчас будет проектироваться система искусственного снегообразования, потому что в любом случае, как показывает практика и опыт горнолыжных курортов, вот все горнолыжные трассы, которые приходят в нижнюю точку, должны быть обеспечены системой искусственного снегообразования.